Всем добрый день. Слушайте, у меня здесь такой бардак. Я работаю, сейчас работы не сильно много, да? И, соответственно, параллельно, представляете, икра. Вот. Красная ошка вчера мне купил. 2 килограмма. Я пока всю перемыла, я пока всю поперета. Немножко уже приловчилась, как снимать вот эти вот пленки. У меня такой здесь бордельера. Короче, все тут делаю, видите? И это, вода у меня простывает, еще горячая, там посолила, все сделала этот тузлук. Поскакала, мне нужна в... Господи, скажите за меня. В маркет пойду схожу. И, короче говоря, приду, доделаю. Еще один тузлук мне нужно окунуть и оставить ее там на время. Потому что ее очень много, я не ожидала, что ее будет такое количество. Короче, ушилась здесь. Ой, закончила. Короче, уже 4 часа вечера. Я начала в 11 утра. И уже 4. Наконец-то. Так, вот. Ну, это кушать. Вот эти вот банки. Я не знаю. Нет, это не на продажу. Потом вот здесь вот у меня вот эти 2 судочечка. Ну, короче. Работала. Ну, вроде ничего. Я 3 раза ее промыла, поскольку у меня... Ой, еще, видите, надо опять мыть. Кастрюля небольшая, видите? И поэтому нет возможности хорошо, тщательно ее промыть. Большое количество. В общем, все. А Луська молодец, справилась. Лена. Так, Челик тоже поехала на чип и, может быть, на прививку. Ах. Муж спросит, как там, что там. Все, занервничала. То с удовольствием забежала, прям такая довольная. Все, та мамашка, все. Собирается, провожаю. Просто есть готовлю. Сейчас Диана придет. Да и он же придет голодный. Да, мам, ножка, ну, давай. Ничего, ничего. Сейчас будет кричать, конечно же. Вот. Так что все, с Богом. Пошел. А я здесь включила себе передачу «Легенды советского сыска». Короче, достала ж свою вышивку. Мне сегодня выходной, но, правда, очень сильно болела голова. Пока я в аптеку, муж спал, я в аптеку сгоцала. Вот, смотрите, сколько я ее не занималась. По-моему, 1,5 года, лень, загрязнила здесь. Ну да ладно, это все потом постирается. Вот, так что я сегодня занималась. Так интересно, так захватывает, не поверите. Ой. Все, и готовлю ужин. Натираю морковку. На ужин у меня сегодня плов. Ну, обычный наш плов. У меня есть куриная грудка, рис, морковка, лучок. Вот это все. И суп. Короче, можно еще салат сделать. У меня есть все на салат. Если захотят, йогурт, салат всегда, пожалуйста. Я не поняла. Тимурда. Помог кто там? Какой-то звук за дверью кошачий. Так сильно жалобно плачет. Ашкым! Я думала, что он с Челек вернулся. Нет. А что это за кот это сюда пришел, так плачет? Пошла, короче, есть готовить, а то расстраиваюсь. У нас повечерело. И, кстати говоря, Ашкым пришел с Челек. Они вернулись. Он говорил, что она была молодцом, хорошо себя держала, там практически не кричала. В общем, поставили и Челек чип, и тоже сделали ей прививку. Теперь и она официальная. Да, все, всех котов зарегистрировали, государство сказало надо, мы сделали. Все, все теперь у нас живут, как говорится, согласно буквы закона. Мы с Дианкой решили вот здесь... Улечься, смотреть мастер-шеф, да, время он 10 минут 8, времени рано, сегодня суббота, я сейчас буду вышивать, чай попью и буду вышивать. А Диана, что ты будешь делать? Да, мой для губ, я же вам показывала, купила себе для губ. А ну, Дианка, покажи, по-моему, показывала. Нет, так ты сюда принеси. Сейчас она там свои вареники поднамажет. Кстати, как я хочу вареников. Боже мой, мне нужно не залениться. Где? На. По-моему, я вам показывала, да? Вот такой вот. И мой новый крем.
Сейчас, подожди-ка. Вот, это Фрудия. Вот такая вот. Сейчас тут настроится. Странно. Чуть подальше. Да нет, ну не должно. Давай, давай. Подожди. Камере не понравилось Фрудия. Все, вот. Фрудия. Очень хороший, очень плотный. И не то, что, знаете, намазала час, два, три. Либо же там ночь, и все. На утро снова там сухий. Нет, оно вот как... Ну, это не лечебная, просто косметическая, но очень хорошая. Короче, по-моему, я показывала. А это Диана себе выбрала. А Шкин купил ей вот такой вот крем. Тоже, что за контора, я не в курсе. Вот эта контора. Диана знает, вот эта контора. Не знаю, что, французская это? Да, французская. Где-то написано. Вот, 40 грамм, 40 миллилитров. Сколько стоит, Дианка? 240. Боже мой, 240. Вот, ну, в целом, может быть, это сейчас и нормальная сейчас цена, не знаю. Нет, но, это на мой дорого. Взгляд, это дорого, очень дорого. Вот, Made in France. Не, но мама, если вот этот 100 креме... стоит, ну, его цена 100 лир, представляете? И твой крем сейчас 200 стоит, который у тебя сейчас Фрудия. И у меня-то Фрудия крем 200. Ну, просто цены такие, 50 лир уже вообще не деньги. Докатились до ручки. Ладно, Дианусик, давай запускай, все, смотрим. Давай, давай, давай запускай. Сейчас шарманку. А, бери пульт. Будем смотреть. Ашкам на кухне там лежит на своей лежанке. Да. А Яша в курсе? Да было, наверное, это... Мышу? А что ты мышу не возьмешь? На кой тебе этот пульт? Это для чего? Ты мне скажи, для чего? Ну, этот пульт положи на стол. Все равно это телек или нет? Мышку будешь брать. Да, это телек. Но он работает, по-моему, от мышки. А может, и от пульта... умеет работать. Ну, короче, неважно. О, все, класс. Начинаем смотреть. Я выключаюсь, потому что YouTube меня потом будет блочить. Всем привет, всем добрый день. Что-то не понимаю, то ли попадает у меня палец в эфир. Сегодня у нас суббота. Мы с Дианусечкой. Короче, мне нужно это. Новый год же на пороге. И мне надо купить... Ну, всякое вот это, майонез. Короче, я 30-го не работаю, а 31-го я работаю. Правда, я работаю 2 часа. С 16 до 18 сделали такой нам график. Мне, в принципе, все равно, я и собиралась работать. Поскольку 30-го у меня выходной, мы договорились, я буду печь чизкейк. Диана попросила. Сейчас люди пройдут. Чизкейк. Потом еще было у меня предложение сделать три личи. Но это тоже под вопросом. А если будет настроение, еще три личи. То есть такой бисквит мягкий-мягкий заливается молоком и сверху карамелью тоже заливается. Карамельным соусом, как-то так. Ну, здесь он так называется, карамельный соус, да? Он даже в пакетах продается, ты можешь его там каким-то махаром разболтать и заливать. Вот, потом я буду делать оливьешку. Шубу. Шубу. Шубу, шубу. А, сарму, кстати. Сарму? Да, я буду сарму крутить. На прошлый Новый год у нас тоже у нас было. Да, мне вот, я только на Новый год ее делаю. Что-то хочется. И все. Да я думаю, что и все. Дальше там, может быть, мясной нарезочки купим. Даст Бог возможность проехать в хороший супермаркет. Просто он далеко. Может быть, проедем, может быть и нет. В этот макроцентр. И что еще, Диан? Подожди, я вот так вот приложу локоть. Так поехали, что... я знаю, даже на каком автобусе до него. Да я знаю, далеко нам на потратить. 400. Ну, нам на дорогу потратить дофигища, Диан. Сколько? Мы, правда, столько же едем, столько же. Так, это... Ну, смотри, там, может, на следующий день. Где я спускаюсь со школы, ты там садишься и едешь. Я понимаю. Я сюда не ездила. Да, я знаю, где это находится. Ты знаешь, как туда добраться маршрутом? Да. А, да? Ладно, окей. Вот, и что еще? Диана, что у нас еще?
А, Лянь, как чел-то, ну, побежал. Да, такой масик этот, как они называются? Чихуахуа. Чихуахуа. Вот, и что еще? Подождите, еще что-то. А, затор ты сказала. А, мясную нарезку. Ну, если у меня удастся купить крабовые палочки, что-то мне так захотелось крабового салата, несмотря на то, что я его вообще не люблю. Ну, короче, почему посмотрим. Ты мне об этом сейчас говоришь? Я так подумала. И думаю, ну, все равно я ее тут не найду. Все, и красная икра у нас в конце концов, может, там бутерброды с красной икрой сделаем на этом. Ну, это очень богато, мало, куда нас столько на троих. На троих, да. Ну, еще муж предлагает, говорит, типа, давайте пройдемся, выйдем и где-то поужинаем. Ну, ужин же будет вечером. А все равно в 12 ночи, может быть, ночи надо для приличия стол накрыть. А, ну, пивас. Ну, не знаю, из напитков алкогольных как-то у меня никаких мыслей, никаких идей. Диана, идем. Поэтому я алкоголь не употребляю. Это очень редко я могу выпить там бутылку пива, бокал вина. Ну, это очень. Вот последний раз пила на Диану день рождения. До этого мы с девочками отдыхали на море. Выпила одну или две бутылки пива. Так годами не пью. Вот. Поэтому мы, короче, идем за продуктами. Нужно купить там мягкий творог, майонез. По Мигросу пошаримся. Может, вам что-то покажу, если будет что-то интересное. А здесь мы пришли, слушайте, вот покажу вам. Ярмарка какая-то. Ну, всякую разную там. Сейчас, подожди. Сейчас пойдем там попробуем. Вот здесь всякие разные изделия. А это что, какая-то еда? Кошбулдук. Диана, что это? Иди. Я не знаю. Пробуй. Идите, дадут попробовать. Ты расскажешь мне, что это такое? Это шикиридерим. Буны? Это продали? Ну что это такое? Это я поняла. Ну, мне не нравится. Ну, тебе понравилось, классно. Хочешь? А, да-да. Тамам. Диана, тебе сока нальют. Наливай, пожалуйста. Только это каша. Хочешь, тебе вот тут баночки купим? Ты же секьюриды. Будет кадарберг каванос? Элители. А это... А куда ложки девают? Я не хочу. Попей. Это будет грехи. Куда это ложки, Диана? Дома, все, пошли. 50 лир, блин. Баночка. Ну, Дианка, вот смотри, мыло. Не, ну вкусное, но 50 лир, ну как бы. Это свечи. Свечи, да. Ой, здесь большое количество людей, нет возможности вам показать. Колечки, вот ты же хотела. Так, вот такие всякие разные штучки. Ну, это, слушайте, вот этот аладдиновский сапожок. Диана, вот какая-то штучки. Мыла, наверное, мылы. А, это что такое? Ну, это Деда Морозовы статуэтки. Короче, какие-то, ну, все всякие разные, все различные продают там свои бренды, что-то. Ну, все, во-первых, очень дорого. Слушайте, вонючка. Вот такая вот для дома, да? 170 маленькая баночка. Значит, там 4 палочки торчит и флакончик такой. Ну, типа, и как из-под духов. 170 лир. Блин, ну сейчас Дианка где-то выкинем. Давай я буду таскаться. Вон Дед Мороз, видите, стоит. Я думаю, мы можем сами такое сделать, потому что он придумал. Там была третья, была тупо, как она. То, что тебе нравится, я как-то пыталась есть, но не знаешь, но да. Овсянка. А, овсянка. Овсянка, потом там молоке, сверху. Да, я почувствовала, каша. Да.
И 50 лир банка, блин, извините. Овсянку меньше всего поели. Она только овсянка осталась. Ну, короче, там мы пока пробовали эту кашу овсяную. Новогодние свитера. Ну, дети. Дети и тетя одела новогодний свитер в солидарности с ребенком. Короче, народ там сидит на улице. Хотя на улице погода бомбовская. Он парень в легком свитерке. Очень хорошо. Сегодня у нас уже конец декабря, а погода, конечно, бомба. Мы с Дианой пришли, как всегда, выпить кофе. А это он, по-моему, вернулся, парень, да? Да, мама. Да, он вернулся. Короче, парень встал. Я думала, он ушел, но и села. Он, оказывается, пошел за кофе. И получилось, что мы его заняли быстренько место. Но он не сказал ничего, что я сейчас вернусь. Кому он скажет? Тебе, который там стоял? Ну так а что, надо было газету положить. Или оставить свою куртку. Никто б не украл. Ой, а в торгаше, слушайте, ну жара просто. Хоть это, раздевайся. А ты говоришь, мне так жарко, у тебя же кофта теплая сильно. Я вот смотрю. Поэтому я эту кофту и не ношу. Подобного типа. У меня штаны тонкие, там нет ничего. Ой, покажи нам свои штаны. Обычные, только они же не теплые. Поэтому. Ну не теплые, да. Я думала, комбинируется, оно нет. Верхушка жаркая, я представляю, до одурения. Поэтому я ношу вот эти свои штаны спортивные. Но они, правда, с начесом. Да, они с начесом. Не тебя, Дианка. Меня так зовут. Мы же все заказы оставляем на имя Дианы. Ну, чтоб кричали правильно. А то, когда я оставляю свое имя, люди, конечно, теряются. Они очень так боятся, тихо произносят. А Дианкина кричат громко. Потому что это имя здесь тоже встречается. Много ж сирийцев, а у них такое имя есть. Не знаю. Может, ты спасла раз? Доченька, ну что ж ты, мама? Конечно, у меня всегда болит спина. Иди сходи, так выгляни, он сразу тебя... Просто выгляни. О, Диана кричал. Специально громко. Думает, чтобы эти ябанджи услышали. В общем, попьем кофе. Идем в Мигрос. Вышла Барби. Новая Барби. Ее завозили в Айосбир. А Барби, короче, это учительница. Такая с челочкой. Ну, там очень много аксессуаров. Я хотела купить. Новые Барби мне не особо нравятся, но это прям как-то запало. Чек не взяла. Что меня при руке занят, чек не взяла. А, чек не взяла. А зачем он нужен? Мы же уже заплатили. А ты что, такой просила милкшейк? Розовый? Ну, клубничный. Что там? Не, ну я просто розовый. Я читала, я думала, что он у тебя будет белый. Я тоже так думала. Ну, ты же сказала, что клубничный. Ну, тебе клубнику там блендернули. Вот, потом идем в Мигрос, купим все необходимое на маршрутку и домой. Все, аж у меня сегодня в сутках. Похоже на клубничное молоко. Это не милкшейк, это обманка. Дай. Дай, мать сейчас оценит. Оценим. Не знаю, по мне так вкусно. Да, добавили клубничное молоко. Милкшейк другой. Милкшейк это мороженое. Да. Это молоко. Ну там же не только молоко. Ну, значит, здесь не будем покупать. И слава богу, что маленький стакан взяли. Готовлю ужин. Салат уже сделала. У меня салат. Корень сельдерея. Грецкие орехи и йогурт. Вот такой вот простецкий, но безумно вкусный. Нам всем нравится. Смотрим, мастер-шеф. Это уже последний выпуск. Так, и там у меня еще доготавливается. Здесь у меня рис. Рис приготовила прям как на свадьбу. Понимаете, у огромной сковородки на почти 2 стакана риса. Обычно я так не делаю, на 1 стакан максимум, на 1,5. А это думаю, сковородка большая, сделаю больше. Ну и
Курица в соевом соусе. Красиво, да, выглядит? Класс. Специально курочку сделала. Диана любит с курочкой. Все. Сейчас мы с Дианусечкой будем кушать. Ашкам после суток спит. Но я с ним договорилась. Я говорю, мы без тебя будем, потому что ты неизвестно, когда проснешься. Отдыхай. Мы хотим есть. Так что все. Приятного аппетита.